Доброе время суток, уважаемые друзья, с вами Андрей Погорелый, основатель сообщества онлайн-инвесторов iTuber. Друзья, в этом видео хотел бы вам показать, как можно оплатить наше групповое углубленное обучение по криптовалюте блокчейну. Итак, как вы видите, мы сейчас находимся на экране с разными пакетами. Все, что нужно сделать вам, это выбрать тот пакет, который вас устраивает больше всего. Например, я сейчас выберу пакет iTuber VIP, чтобы взять максимум от рынка криптовалют. И, соответственно, нажимаю на кнопку «Оплатить». Нажимая на кнопку «Оплатить», я перехожу в сервис cryptonator.com, который позволяет мне оплатить услуги криптовалюты. Поскольку мы очень любим криптовалюту, мы просто в ней каждый день работаем с ней, мы общаемся с экспертами в области криптовалюты и блокчейна, мы поэтому решили ввести платеж именно криптовалютой. Чтобы вам оплатить данную услугу, вам нужно нажать на кнопку «Выбрать криптовалюту, которую вы готовы оплатить», например, биткоин, и нажать на кнопку «Продолжить». Нажимая на кнопку «Продолжить», у вас формируется адрес, на который вам нужно в течение получаса оплатить ту сумму, которая указана здесь, в зависимости от того, какой пакет вы выбрали. Например, в данном случае мне нужно оплатить один биткоин на адрес вот этот вот. И чтобы его оплатить, я могу скопировать адрес, дальше перейти на какой-то обменник, либо биржу и оплатить на этот адрес, который я скопировал, один биткоин в течение получаса. Если же у вас нет криптовалюты и вы хотели бы оплатить другим способом, например, фиатными деньгами, у вас есть два варианта. Первое, вы можете нажать на кнопку «Заплатить из криптонатора», дальше нажимаете на кнопку «Оплатить счет», идет переход на вашу на криптонатор.com, если вам нужно будет ввести свой email, а также пароль, дальше подтвердить свой аккаунт на почте и дальше зайти сюда вот, в сам криптонатор и нажать на кнопку «Балансы». Криптонатор поддерживает разные криптовалюты, в том числе и фиатные кошельки. Чтобы пополнить свой фиатный кошелек, который потом вы сможете перевести в биткоины, вы можете нажать на кнопку, например, на доллары и пополнить доллары. И дальше воспользоваться системой платежей Payeer для того, чтобы ввести в эту систему в криптонатор деньги с Payeer. Соответственно, с Payeer выводите сумму, выводите в сумму, включая комиссию также. То есть, но учитывайте, что за пополнение также берет комиссию свою система Payeer. Возможно, данный способ для вас будет не самым как бы эффективным. Но на будущее я хочу вам также сказать, что через криптонатор есть возможность быстро ввести деньги именно в рынок криптовалюты и обменять их потом на биткоины и все другие криптовалюты, которые есть. То есть это один из лучших способов именно ввода и перевода своих денег, фиатных денег в криптовалюту. Но есть и второй способ, друзья. Вы можете спуститься ниже. Здесь есть форма. Вы можете связаться по этой форме с нами. Или же перейти, связаться с нами по одному из аккаунтов здесь, вот в Телеграме. Можете написать лично мне, например. И, соответственно, написать, или же по форме написать, сказать, что вас не устраивает ни один из этих способов выше. Вы хотели воспользоваться бы, например, WebMoney, либо Яндекс.Деньги, либо Swift-переводом. И как бы попросить контакты, как это сделать, провести оплату конкретно. Пока мы работаем в ручном режиме, в скором времени мы подключим другую платежную систему, которая будет включать все эти способы оплаты полностью фиатными деньгами в автоматическом режиме. Но пока мы еще эту штуку не сделали, просьба, именно если вас не устраивает оплата криптовалютой, либо Payeer, вам нужно оплатить другой системой, вам удобнее оплатить, вы можете написать нам через форму ниже и задать вопрос, как это сделать правильно. И мы вам поможем и в течение определенного времени там поможем вам оплатить с наименьшими комиссиями и как можно быстрее дать вам доступ к всем услугам, которые вы хотели бы получить. На этом, пожалуй, все. Как видите, все очень просто. Если у вас уже есть биткоин, вы просто нажимаете кнопку «Оплатить», получаете там, или же, например, другая криптовалюта, выбираете биткоины, выбираете адрес, скопируете адрес и перекидываете деньги сюда. После этого вас перенаправят на определенную страницу, в котором будут дальнейшие инструкции, что вам надо делать, чтобы получить свою услугу. Там ничего сложного, там просто нужно будет потом связаться с администратором и все. То есть, как видите, все очень просто, все доступно. Если будут какие-то вопросы, пишите либо нам в Telegram, чат, который находится вот здесь вот, в личку мне, например, либо пишите по форме ниже, свяжитесь с нами. И либо в любой другой социальной сети можете связаться с нами, мы очень открыты, мы общаемся с людьми, мы вообще ни от кого не скрываемся, очень публичные, у нас есть свои YouTube-каналы, свои странички в социальных сетях, то есть мы все это дело
Мы очень как бы любим с людьми общаться и помогать. На этом, пожалуй, все. Спасибо всем за внимание. С вами был Андрей Погорелов. Надеемся, что вы скоро станете нашим участником нашего группового обучения, либо станете нашим более участником более, скажем так, эксклюзивной группы какой-то, да, обучающей. С вами был Андрей Погорелый, и хорошего вам инвестирования, и если что, пишите вопросы, задавайте. Всем удачи, всем пока.